Необычные покупатели. Настоящая лошадь прогуливалась в гипермаркете на Убаревича. Видео появилось сегодня в сети. По словам очевидца, лошадь вошла в здание магазина утром, но застряла в проеме двери. Оказалось, хозяин, житель соседней деревни, привязал животное рядом с магазином и пошел за покупками. Испугавшись шума, лошадь решила найти более безопасное место и попыталась пробраться внутрь торгового центра. Животное освободили и вернули хозяину, а чтобы случай не повторился, сотрудники закрыли боковые двери.